Друзья, всем привет! Канал эстетической красоты и психологического здоровья снова с вами. И я, Ольга Буганова. Многие задают вопросы, как же избавиться от отеков, что такое лимфодренажный массаж. И сегодня я расскажу, как разными способами, даже в домашних условиях, вы можете снять отек, например, с ног. Это очень на самом деле просто. Для этого нужно использовать, естественно, вибрацию и перекаты. Но перекаты – лучшее средство от отечности и, естественно, охлаждение. Если вы будете использовать холодные перекаты, то отек уже уйдет минут через 10. Важно тоже воздействовать на одну зону от 5 минут. Это минимально. Итак, чем можно сделать перекаты? Перекаты можно сделать разными способами. Я сейчас покажу, чем я делаю перекаты в своей профессиональной деятельности. Это могут быть мешочки. То есть мы, естественно, делаем перекаты мешочками, несмотря на то, что они могут быть горячими. Это действительно способ быстро снять отечность. Если вы еще нанесете холодную эмульсию на зону голени, то действие не заставит себя ждать. Отека уже не будет через 10 минут. То есть 5 минут воздействием, клиент уже чувствует облегчение, тяжесть в ногах проходит. То есть опять же мешочки, различные перекаты. Я люблю еще палки. Палки тоже очень актуально. Как можно работать палками? Палками, естественно, мы делаем вибрацию. Внутри палок находится рис. Он усиливает микровибрацию, дает ощущение такого микропальцевого душа. То есть он распространяет эту вибрацию, он ее усиливает, и эффект, естественно, То есть становится более ярким, выраженным. Также палками удобно делать перекаты, но палки, к сожалению, не дают охлаждения. Конечно, если вы не профессиональный массажист, и у вас в арсенале дома нету ни палок, ни мешочков, чем же можно сделать перекаты? И чем можно сделать охлаждение? Охлаждение можно сделать прохладной водой, то есть вы становитесь под душ, включаете теплую воду, воздействуете теплой водой в течение 2 минут на голень, потом делаете воду холоднее и холодной, но не ледяной водой также воздействуете. Такой контрастный душ вы принимаете около 7 минут, и отек уходит, естественно, ноги становятся более легкими. Чем же еще можно сделать перекаты в домашних условиях? Можно сделать, например, апельсинами. Также вы берете апельсин и также вы делаете перекаты. Можете попросить своих домочадцев повоздействовать 5 минут. Здесь уже не нужно 10, если это идет на две ножки, две ноги. Также 5 минут мы засекаем и делаем перекаты. Также отлично ликвидирует такая методика отек. Но опять же здесь нету охлаждения. Чем же еще можно сделать перекаты? Можно водой. Я люблю вот минеральную воду, я ее пью с магнием, она успокаивает нервную систему, расслабляет мышцы. Ну и вообще она полезная для желудочно-кишечного тракта. Можно попить воды и потом сделать перекаты. То есть вы позаботились о своем здоровье, а также позаботились о здоровье своего домочадца, который пришел домой с отечными ногами, хочет убрать этот отек, уменьшить чувство тяжести. Такой массаж будет большим плюсом для тех, у кого есть предрасположенность к варикозу. Усиливает отток венозной крови, улучшает ток лимфы. Этот массаж можно назвать массажем детокс, потому что межклеточная жидкость начинает лучше циркулировать, естественно, отток межклеточной жидкости улучшается. То есть вот такой простой. Но чем еще можно сделать?
Массаж – это, наверное, самый будет суперский массаж для снятия отечности. Особенно это актуально для тех, кто любит отдыхать в жарких странах, для тех, кто любит много ходить на экскурсии. У кого есть проблемы с венами, но человек все-таки стремится к знаниям, ходит на экскурсии, ездит в жаркие страны. Что же тогда делать? Можно взять любой напиток в банке охлажденный. Можно взять колу, можно взять что угодно. Чем вы увлекаетесь? Я взяла такую вот сегодня банку с пивом, нулевым, заметьте. Она достаточно прохладная. И вот это будет самый потрясающий эффект. Охлаждение плюс перекаты. В некоторых своих выпусках я уже говорила об этом. Я делала массаж колы. На самом деле, может быть, это кажется со стороны смешно. Но по воздействию на организм, на ток венозной крови, на ток лимфы, это вообще потрясающий эффект. Такой эффект не дадут холодные мраморные камни, где-то они у меня здесь вот есть. Вот такой вот камень, охлажденный даже в морозилке, не даст того эффекта, который эффект дает бат нулевой. Потому что, это, конечно же, шутка, потому что здесь есть перекат. Когда я работаю камнем, к сожалению, здесь нету переката. И катать камень неудобно тыльной стороной. Поэтому можно воздействовать те способы и то, что у вас есть дома. Это охлажденная банка с любым напитком, это любой фрукт и это просто минеральная вода. Друзья, я надеюсь, что вы теперь не будете страдать от отеков, у вас все будет нормально с венозным оттоком. До встречи, ставьте лайки, подписывайтесь на нас. Пока!